Сергей Есенин, кузнец, читает Шкотца Даниил. Душно в кузнице угрюмой, и стоит несносный жар, и от визга, и от шума в голове стоит угар. К наковальне наклоняясь, машут руки кузнеца, сетью красной рассыпаясь, вьются искры у лица. Взрот важный и суровый блещет радугой огней, словно взмах орла, готовый унестись за даль морей. Куй, кузнец, рази ударом, пусть лица струится пот, сжигай сердца пожаром, прочь от горя и невзгод. Закали свои порывы, преврати порывы в сталь и лети мечтой игривой ты в заоблачную даль. Там, вдали, за черной тучей, за порогом хмурых дней, реет солнце, блеск могучий, над равнинами полей тонут пастбища и нивы в голубом сиянии дня, и над пашнями счастливо созревают зеленя. Взвейся к солнцу с новой силой, загорись в его лучах, прочь от робости постылой, сбрось скорей постыдный страх.